Что ж, дамы и господа, восьмой заезд. Николай Красников второй раз едет сегодня. Егор Мышковец только что выиграл свой заезд, значит, снова оторвался от Красникова на 4 очка. Ну, тут заезд-то, конечно, жесткий. Кроме Красникова, который в красном на шевеньке в первой дорожке, едут еще Сергей Макаров и Андрей Шишегов. Это два человека, которые претендуют на выход в финал. Отстают они совсем чуть-чуть от лидера. Вот они все втроем и устроились впереди. Красников лидер пока. Последний круг. Красников пока лидирует. Шишаков отстал. Красников или Макаров. Красников выиграл буквально миллиметры. Вот это финиш. Вот это финиш. Ну что ж, Красников сравнялся с Мышковцом по очкам. У них теперь по 21. Макаров и Шишегов по-прежнему в четверке, но еще чуть подстали.